Карагандинском областном филиале партии «Нур Отан» выбрали нового председателя. Им стал глава региона Ерлан Кошанов. За его кандидатуру единогласно проголосовали 125 делегатов со всех регионов области. В Караганде состоялась внеочередная партийная 27-я конференция. Председателем Карагандинского областного филиала партии избирается Кошанов Ерлан Жаканович. Поздравляем. Единогласно аким Карагандинской области Ерлан Кошанов избран председателем областного филиала партии «Нур Отан». Глава области поблагодарил делегатов конференции за доверие. Он также отметил, что все цели, поставленные президентом страны, будут реализованы совместными усилиями. Это доверие, в первую очередь, главы государства для меня и доверие ваше сегодняшнее. Я осознаю, насколько это очень высокая ответственность. Я думаю, все мы вместе реализуем те все поручения и инициативы нашего президента. Спасибо еще раз за доверие. Рахмет. Нынешний год с самого начала стал богат на общественно-политические события. Это и очередное послание президента страны, третья модернизация Казахстана, глобальная конкурентоспособность, и его же программная статья «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Обсудить деятельность филиала партии в свете этих документов – вот главная задача нынешней конференции. Цель – максимально задействовать все партийные ресурсы и механизмы взаимодействия, донести значимую информацию до каждого гражданина. Проведено более 4000 мероприятий с общим охватом более 477 тысяч человек. Выстраивать взаимоотношения с представителями институтов гражданского общества по обсуждению общественно значимых вопросов нам позволяют такие наши диалоговые площадки, как Общественный совет по развитию культуры и искусства МИРАС, Молодежный дискуссионный клуб ЕРКМПКР, Коалиция демократических сил Карагандинской области, а также акции «Единые дни приемов граждан по различным направлениям». В работе конференции приняли участие 125 делегатов со всех регионов области. На конференции также присутствовала секретарь партии Наталья Годунова. Она озвучила задачи на нынешний год по активизации информационной работы, проведению партийного контроля и оказанию социальной помощи населению. Наряду с социально-экономическими и политическими преобразованиями стоит задача опережающей модернизации общественного сознания, идеологию которой президент изложил в своей недавней статье. Ее ключевой тезис заключается в том, что наряду с сохранением национального кода главным успехом в новой глобальной реальности является конкурентоспособность. Конкурентоспособность и экономики, и нации. Всеобщий культ образования, открытость и восприимчивость к новым достижениям, а также реализм и прагматизм. Делегаты конференции также внесли изменения в состав политического совета областного филиала. Изменения внесены в связи с выездом партийцев за пределы Карагандинской области. Предложенные кандидатуры были рассмотрены и поддержаны участниками конференции. Андрей Тенул, Жас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.